Всем привет! Меня зовут Марта Хирис, я визажист. И я рада представить вам новинку от Luxe Visage – механический карандаш Каял Superstay. Представлен в двух высокопигментированных оттенках – Ultra Black и Dark Chocolate. Каял идеально подходит для прорисовки межресничного контура и внутренней слизистой нижнего века. Основное преимущество механического карандаша – то, что он не требует затачивания. Карандаш имеет суперстойкость до 10 часов, не скатывается и не забивается в уголки глаз. Мягкая кремовая текстура с матовым финишем позволит вам сделать подложку для Smoky Eyes. А сейчас я продемонстрирую темно-коричневый карандаш в использовании растушеванной стрелки, как на мне сейчас. А с каялом Ultra Black я покажу вам технику Smoky Eyes эффектного вечернего макияжа. Заполним межресничное пространство для густоты ресниц. И далее постепенно уводим нашу стрелочку. Кистью номер 3 растушуем нашу стрелку, двигаясь от внешнего уголка глаза к внутреннему. Для эффекта дымчатого макияжа можете воспользоваться матовыми тенями и пройтись по линии карандаша. Осталось прокрасить ресницы, и наш макияж готов. Выполняя технику макияжа Smoky Eyes, важно очень густо прокрасить межресничный контур. Добавим каял на внутреннюю слизистую нижнего века. Благодаря высокой пигментации карандаш оставляет насыщенный темный цвет уже с первого нанесения. У нас получился матовый финиш, что станет отличной основой для нашего макияжа Smoky Eyes. Кремовая текстура позволит вам растушевать карандаш в легкую дымку. Сейчас мы нанесем тени Rich Glow в оттенке 9 для придания объема глазу. Растушуем складку века бронзером Sunny Bunny. Вот такие два образа у меня получились. Темно-коричневый карандаш я бы рекомендовала для повседневного нежного образа, а черный рекомендую для эффектного вечернего. Карандаши легко наносятся и мягко тушуются. Я считаю, эти продукты достойны вашего внимания.